Ребят, всем привет, вы на канале TK из Пати, я TK, и сегодня у нас такой гайд-обзор на Титана Пустоши. Это новый босс в Кодексе Бессмертных, нас там ждет еще один третий босс через 5 дней. Ну а сегодня мы разберем, как же я набил вот этот вот топ-3, буквально, наверное, 3-4 подхода, сборки, команды, и я, собственно, ну, смог добиться результатов 1,5 плюс миллиона на этом испытании. Это, конечно, не топовый результат в плане количества жетонов, но топовый пока что по игрокам на данный момент прохождения этого испытания. Можно улучшить результаты, шмот не самый топовый на лекарях, артефакты абсолютно начального уровня, то есть я потом покажу весь шмот, но самое главное — это тактика и понимать, что нужно на этом боссе делать, а это я вам сейчас и расскажу. Кстати, пока играли уже четвертый, но ничего, пободаемся. Давайте я начну автобитву, и надо о боссе, в общем, понимать такое. Вам главное лечить ваших ион, тактика через танков не очень, то есть можно использовать Харца, можно использовать Изольду, но профита вы от них не так сильно много получите, чем от дополнительного хорошего лекаря, не какой-то там загашенного эпика, у которого нет шмота. Понятно, что при прочих равных Харц будет круче, потому что вы можете слева-справа поставить, да, танка. Вот, ну вот эту тактику мы сразу отметаем. Вы видите мою расстановку, хочу отметить, что Медан и Лоуин — это у нас лекари, которые накладывают снятие уязвимостей. Ну то есть, когда босс этот Титан будет накладывать уязвимости, да, то есть то, что меньше исцеления наши статуи как бы будут воспринимать, мы их будем снимать Меданом и Эловен. Ну, плюс у Эловен есть вот этот вот ее лепрекончик, который тоже дополнительно достаточно много чего подхиливает. Ну и с большой областью лечения у нас Вортекс и, соответственно, Хэллоу. А Эзрин пытается вылечить левый фланг, потому что Вортекс это так хп, от хп лечит, Медан тоже от хп лечит, а вот наша любимая Хэллоу лечит от атаки, она у нас самая тут, в принципе, без хпшечки. А, ну и стоит отметить еще, конечно же, Сэдди, она мне, по-моему, там на третьей какой-то пробуде, она входящий урон режет при ульте. Тут желательно, конечно, подрыв песка ее запускать. У меня все на авто по суперспособностям, ну, то есть они автоматически включаются, вот там вот в левом в нижнем углу вы можете прожать кнопочку, и они будут юзать ульту по КД. Как видим, даже на автопроходе 1 500 000 1 600 000 эта команда спит, ну, очень легко набирает при такой расстановке. Опять же, повторюсь, очень много тут косяков по шмоту. Можно сказать, что еще Эллоуин в капельке, и капелька накладывается на Хэллоу, что повышает ей атаку. Ну, а в принципе, пойдемте пройдемся по самим персонажам. То есть саму тактику я разобрал, в чем суть, то есть ставить танка, не ставить, почему я так поставил Медан и Эллоуин, чтобы максимально снижался, соответственно, негативный эффект от этого товарища Титана Пустоши. Так, пойдемте по шмоту пройдемся и по артефактам. Вы увидите, что он абсолютно не крутой. Это сейчас, кстати, есть Гвендолин. Гвендолин, например, будет поэффективней, на самом деле, чем Эзрин, например, чем Хэллоу, скорее всего. Вот, наверное, будет накладывать просто огромные щиты и будет жить, по сути дела, в Соляново. То есть Гвендолин тоже можно здесь использовать. Можно смотреть топовых ребят, они там, бывает, и Харца используют, и Гвендолин. Но, опять же, это в зависимости от того, кто у вас есть, какие у вас есть лекари. При прочих равных, конечно же, нужно использовать легендарных лекарей, нежели там Изольду или Харца. Так, пойдемте пройдемся по шмоту. Здесь я сразу поставлю лекарей. И вот пройдемся. Соответственно, Эловин, да, она в таком, ну, среднем, давайте будем откровенно, шмоте, не тот сет. Опять же, артефакт, который абсолютно не прокачан до последнего уровня, да. Собственно, как видим, здесь тоже первого уровня артефакт, и опять же, все в перемешку, просто куча ОЗ. Тут могу дать такой небольшой секрет, что вашим лекарям нужно делать примерно к 40к хп, то есть 40 тысяч хп, при этом Элоун, как видите, здесь не дотягивает до 40 тысяч хп, поэтому там ее там и Езрин подхиливает, то есть ее надо, конечно, переодеть, если хочется больших результатов, но она у меня под КБ, поэтому ее не переодевал, чисто из-за лени. Вот, Эзрин, соответственно, тоже смотрим, опять же, ничего тут сверхсекретного, сверхмощного по шмоту нет. Здесь даже не все шмотки древние, вернее, даже меньше их половина. Опять же, не оптимальное количество СА, не оптимальное количество эффекта исцеления, да, то есть СА бы тут соточку прибавить, эффект исцеления тоже будут соточку прибавить. Ну, Хэллоу я тут просто на ХП замаксил, как видите, она даже не столько лечит, она мне используется для залива реальности, в том числе и Лоуин. Ну, то есть она там поставлена, вы видите, она там многим ярость еще бустит. Соответственно, для этого она у меня и есть. Такой вот разбор босса. Если что-то забыл сказать, в комментариях напишите. Опять же, все основные тактики я рассказал, их всего две. Вот, ну,
важно иметь, чтобы у вас была меданная ловень, чтобы снимать, соответственно, уязвимость. Есть какие-то лекари еще снимают уязвимость, их тоже используют. Я, к сожалению, наизусть не знаю. Может быть, какие-нибудь из лекари еще снимают уязы. Да и, в принципе, наверное, все. Ну и главный еще один из секретов — это ОЗ 40 тысяч в сумме. Ну то есть понятно, что защиту вы не разгоните сильно вашим лекарем, а вот ХПшечка даже у лекаря от атаки старайтесь делать 35-45, вот в таком темпе держать. Такие вот советы от топ-3, ну недавнего топ-3 в этом кодексе бессмертных. Спасибо за внимание, досмотрели видео до конца. Не забудьте триггерить, опять же, комментарий, лайк, дизлайк, если видео не понравилось, колокольчик, если бывают стримы. Спасибо, пока-пока.